В Умане Черкасской области хасиды устроили поножовщину. Напомню, в минувшую среду более 30 тысяч паломников прибыли в город на могилу иудейского пророка цадика Нахмана. Встречали Новый год по еврейскому календарю. В воскресенье гости начали разъезжаться. Как раз во время сборов что-то не поделили между собой двое хасидов. Как сообщили в полиции, ссора возникла на бытовой почве. Один набросился на другого с ножом и тяжело его ранил. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего задержали. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений. Если вина будет доказана, то паломник может задержаться в Украине лет так на 8. Зумисник ему 52 роки, громадянин Ізраїля. Зараз він затриманий згідно статті 208, потім буде обиратися судом вже станції, далі вже слідство буде встановлювати, ну, вже в процесі слідства буде з'ясовано. Наразі він знаходиться під вартою.